Это обезьяна породы мандрил. Мандрилы – это род приматов из семейства мартышковых, в которые входят мандрил и дрил. Род является очень близким к павианам и рассматривается даже как подрод павианов. Ареалом обитания является Африка. Отличительной особенностью мандрилов являются костные борозды, тянущиеся вдоль носа. У мандрилов 6 окрашенных в голубой цвет борозд, обрамляющих красный нос. На груди желтые волосы, на брюхе белые, на боках бурые, борозда ярко-лимонного цвета. Руки и уши черные, а седалищные мозоли красные и голубые. Длина тела составляет до 1 метра. Хвост всего 3 сантиметра. Питаются мандрилы бананами, растениями. В среднем их вес составляет 4.